Всем привет, с вами Максимус. Один знакомый попросил меня записать ему эту игрушку под названием Doom. Doom — это первая часть. Попросил записать не всю игру, а именно карту под таким названием E1M8B. B-версия — это переиздание, это карты, получается. В этой карте все переделано. Карта сильно отличается. Переделана она оригинальным разработчиком. Спустя 20 лет, и у нее, думаю, очень хорошо получилось. Проходить мы будем ее с сохранениями, так что извиняйте. Сейчас мы поставим сохраненочку. Вот, сохраняться будем на QuickSave. Вот так. Все готово. Давайте поедем, вижу, там ружье лежит. По этим красным херням перейти нельзя, я помню. Случилось. Воу. Куда мне все хп улетело, я вообще не понимаю. Давай заново. Так. Прыгать я умею, получается, можно тут прыгать. Вот тут. Кто залез? Ну, в оригинальном доме он персонаж выпрыгать не мог. У меня получается Z-Doom немножко улучшенная модификация. Так, это у нас не дверь, да? Так, оп. Что мы зашли? Кто ты там взял, страшно, я со всех убил. Патроны вижу, блядь, винтовки, точнее пулемет не вижу. Вижу пулемет. Чик. Давайте по винтовочке поработаем. Хорошо. Так, аптечка 25 большая. Тут у нас что-то кислота. Тут у нас вижу и лежал костюмчик. Так. Патроны не беда совсем вообще. Так, возьмем надо синий ключик. Сделаем сейф. Сколько у вас врагов? 291 враг на карте. Невидимки, блядь, его не видно, не практически. Так. Кислота какая-то. Вижу, там пушка лежит. Так, броник заберем. Кстати, музыка осталась точно такая же, как была в оригинале. Так, получается, мне надо вниз спускаться, да? Жарит эта херня. Оп. Тогда сделаем сейф. Сделай уже сейф, не пиши мне, ёпперсто. А, вот он, опять нажать. Нашел. Так, это я убил уже в этой комнате, да.
где-то должна быть здесь, по-моему. Оп! Сука! Сука! Я его костюм, иди дырка. В оригинале он прыгать так не может. По идее, если запрыгнуть не должен был. Как видите, я смог запрыгнуть. Вижу желтый ключ. Нельзя, не поможет, но все равно можно. То есть можно было запрыгнуть, если бы по идее запрыгнуть. Всем мало, слушай, нужна аптечка. Попадают издалека. Призвал к лифту. Призвал. А, это выход, получается. Грамотно. Сейф. Уходим. 35 патронов на ружье. Это хорошо. Берем желтый ключ. Пробегаемся. Оп-оп-оп. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Оп. Убираем. Я уже всех выплеснул. Ах ты, сука! Не увидел его. Ваншот от спектра. Ничего страшного. Я на работе прохожу... Не понял, как называется... А, как будто Doom. По-моему, 15 или 20 версия. Прохожу на Nightmare, его вторую часть Doom. Потихоньку, помаленьку. Надо убрать, что он так мешает. Наверное, вот сделаем вот так вот. Я тебя, сука, вижу. Ах, сука. Кстати, в оригинальном доме их лучше видать, чем здесь. Из-за чисто тени вот это что? Тени от потолка идет, я их плохо вижу. Козел. Я уже не запил. Так, считаю секретно, сейчас сюда залезть не должен, понятно. Шариком. Откуда этот черт пришел, я не понимаю вообще абсолютно. Точно тут-то есть. Наверное, снизу.
принципе, на карте еще, блин, 170 монстров, блин, может, с любой дыры за... А, вот. Понял. Вон они, блядь, портанули сюда, я видел. Еще вот дверь открылась. Еще сзади пришло. Ой. Неплохо такая переработка. Вот эта секреточка. Они за стены вышли, походу. Говорит, запиши, говорит, мне ролик. Максимка, а я что? Я только за. В свое время все дома проходили, какие были, и мод, и не мод. Все игрались, игралось. Я тебя видел невидимка, черт. Так, ну что, пошарится? Там подушка лежит он. Так. Так, патрончики. Подушка. Ум. Я открываю бомб. Опачка. Вот и красный ключ. ХПшки соберем, ХПшки. Козлы. Костюма совсем ни хера не видать. Потом совсем мало, 19. Да. Красавчик. Просто красавчик вообще. Благо сохранился. Да, блять, учитесь, как надо убивать из базуки. Сперва у него получается базука выплевывает, потом уже. И сзади мне здоровяка, да что такое? Ребята засмеют. Да блять. Красава просто вообще. Если бы я проходил без сохранения, я бы все. Оп. Я вижу, кто меня убил, но почему так жестко? 30 хп вроде было. Ладно. Здесь он заспавнился, вот он. На, здесь. На еще. Выпила. Ты что открылась? Нет, куда? А, вот. Ой, блядь, там спектр был, ну ёб твою мать. Так, я понял, все, сейчас вот так сделаем. Оп. Была какая-то зеленая хрень убралась. Я тебя вижу, что это. Я вижу, и что? Ну, что? Ну, по-моему, 50 хп у него. Лесу стрел, он не носит. Я в силу и по эх блин, где бы мне. Так, что-то красненькое. А, это красненькое. Помню, были в начале аптечки, но блин, это до них же надо идти. Броня мне не помешала бы, которая там лежит.
Ну что, тут никак. А, еще броня одна. Блин, опять я в эту тему не пришел. Что там, живые-то есть? О, уже говорю еще. О, сам себя потерпел. Почему не сделали гранаты для этой игры? Свет, сказал монтёр. Перерезал провода. Так. Нужно вернуться обратно вот сюда. Чтобы не полная моба. Вот и мобы появились. Так, нужно вернуться за аптечками. Если они там остались, конечно, если мне не причудилось. Походу причудилось. Патроны вот остались здесь. О! Круто. Сейчас я обожгусь об эту красную штуку, как обычно. Не, а не обожгусь. Потому что я обожгусь, пускай лесом. Сука, блять, а? Осталось-то 120 мобов еще. Ух, еще воевать и воевать. Птичечка, да, маленько. Дабл-кил. Скажешь, что у него это звук анимации и смерти. Как говорится. Озвучка смерти вот так. Я слышал ее. Но умер ли он, я не знаю. Друзья его точно вот живые. 8 патронов, блядь, охереть. Это двухстолка с пластиком бы весь ряд положила бы этих чертей. Ай, а дроп по одному берет. Так, куда мне идти-то дальше? Сука, ушел он. Я видел, блядь. Ой, блядь, не упал. Ой, бля! Он там один был? Вроде бы да. У меня тут еще базука осталась, блядь. Куда ее засунуть? Я не знаю. Блядь.
говорится, патроны собираю под ногами на подножном корму существую. Базука, блять. Что не нравится, потому что я тут видел, что твою мать, тут так-то. Чего нельзя присесть? Сука! Вот тварь-то, блять, а. Заспавнился передо мной прям. 15, 17. Здесь будет даже много. А я совсем завалил. Первый утра самый лучший, как всегда. Да, ребята. Обалдеть. Смотри, на этом ютубе он еще и сильнее пережмет, вообще ни хера не видно будет. Блин, такой уж пиздец, блять. Наверное, единственная игра, которая выдает чистый ламповый винтажный вот этот экшен. Таких игр таких нету, блять. Есть подобие, но это не то. Как это, портал? Нет, это не портал. Осталось всего 40 штук. Ну, помнится, этот уровень был финальным, так что тут еще будет парочка кибердемонов, да, вот этот портал. Или просто демонов. Синий красный везде навалил нам, блядь. Добрый, блядь. Знатно, конечно. Да и еще, по-моему, не хорошо ему нется. А, нет, не ему нется. Если бы чибрик бы я не убил бы меня. Да, вон они ворота сзади открылись, вижу. Пешку мне не подобрать бы. Да, вот он финал. И в конце он портуется кого-то то ли в логово босса, то ли на другую планету, и там его, короче, ням. Убитый Бадасес Энклин Мун. Зачисленница после Тувина. Да, играйте, говорит, в дополнение. И все, пошли титры. Надеюсь, вам понравилось. Такой вот такая многострадальная запись с кучей загрузок, блин. Ну, зато
знаете, что такое Doom. Хотя я играл не на максимальной сложности, но, как видите, на этом уровне очень мало патронов, блядь, это довольно-таки сложно для прохождения на Nightmare. Только для настоящих задротов, фанов. Ладно, всем спасибо. Подписывайтесь на каналчик, ставьте лайки. И до скорой встречи. Всем пока.